Привіт, друзі! Зараз стрім голов розвиваються сучасні технології та робототехніка. Отож, я вирішив спитати у наших містян, яке їх ставлення і які б сучасні технології вони б запровадили до свого життя. Какие-то такие маленькие портативные летательные аппараты, не знаю. Щоб так в універ раз і прилетел. Монорельсову дорогу, например. А то метро нету, а так бы монорельса была бы, можно было бы ездить нормально. Такой портфель накинул и оп, полетел. Это, конечно, хорошо, но меня пока все устраивает, что у меня есть из новых технологий. Кофемашина в первую очередь, потому что каждое утро у меня занимает минут 10 варить кофе в турке. А, в принципе, все остальное у меня есть. Дома, что бы хотели в себе мати такого? VR, так именно, чтобы можно было вообще интересно играть. Все играть вообще в игры. А VR допомагав би якось тобі у розвитку, в саморозвитку? Да, конечно, можно было б, если, например, кто-то снимает, как он путешествует на VR, и ты, например, сидишь дома с VR, смотришь эти путешествия, а не так с YouTube, то было бы интересно. Ну, естественно, технологии хорошо помогают общаться нам, соединяют страны. Раньше это было невозможно, а сейчас можно пообщаться, узнать другие культуры с другими людьми. Не знаю, у нас настолько развиты все вот эти технологии, что у нас как-то уже обесценилось человеческое простое общение, и все так в своих этих планшетах, телефонах, компьютерах. Как-то во всем должно быть мера, я так думаю. Сири, как ты думаешь, если начнется война людей против роботов, кто победит? Задумалась. Итак. Вот что мне удалось найти в интернете по запросу Siri. Как ты думаешь, если начнется война людей против роботов, кто победит? Siri, давай не будем ругаться, просто ответь мне на вопрос. Просто 3G пропал и все. Кому вы хотите ответить? Ах ты ж тупая. Кому отправить это сообщение? Никому не надо отправлять такую гадость. Отправить его? Нет. Кому отправить это сообщение? Никому. Отправить его? А, ты меня бесишь, Siri! Современные технологии, они вот такие вот бывают. Ну, отношусь очень хорошо, потому что это развитие у нас в стране происходит. Это очень хорошо для молодежи нашей. Например, Китай там уже так разрабатывает этих роботов, что, мне кажется, можно нанимать горничную домой робота, она будет все для тебя делать. У нас просто менталитет, наверное, пока отстает от этого всего, потому что человек у нас среднестатистически не потратит кучу денег на умный дом, на электрический автомобиль, потому что все привыкли к одному, и если говорить о себе, я бы, конечно, хотел себе умный дом, потому что я ленивый ужасно, но моя бабушка бы не отдала в жизнь ни копейки на что-нибудь подобное, поэтому... Нам еще до этого расти, у нас сложно пока что в плане экономическом, поэтому не каждый себе может позволить. Но вообще-то здорово, думаю, да, классно. Компьютер не работает. Сломали. Все, да. Друзі, сучасні технології, робототехніка – це все кльово, це все круто, це все розвиток. Але озирніться навколо себе. Багато хто з людей спілкується через гаджети, і вони вже самі схожі на тих роботів. Але в робота немає душі. I'll be back.